Мурзик, пойдем. Так и кажется, что из коробки хозяин сейчас достанет котенка, но на деле оказывается иначе. Кличка, которая ассоциируется обычно с усатыми и полосатыми, мужчина назвал иглоногого совенка. Мурзик, давай. Мурзик, хороший. Некоторое время назад Мурзик выпал из дупла. Птицы не обладают навыком поднимать своих малышей обратно, и совенок рисковал погибнуть. Спасла его молодая семья, которая доставила птенчика в центр реабилитации. Ветеринары малышу помогли, но теперь некоторое время ему еще нельзя надолго даже оставаться на улице, не говоря уже о самостоятельной жизни в природе. В своеобразном птичьем санатории в селе Прохладное таких спасенных птиц более 20. Ведь если они в дикой природе жили, они же мучаются, птицы такие, в той или иной степени. Но они чувствуют заботу человека, чувствуют, что они дальше могут жить. И благодаря этим птицам мы занимаемся экологическим просвещением. В основном здесь хищные птицы. Ястребы, соколы, совы, филин и конюк. Хотя есть и редкие голубые сороки, дятел и ворон. Одну сбила машина, другая пострадала от хищницы покрупнее, третью подстрелил человек. У каждой пернатой, находящейся здесь, своя драматичная история и своя травма, которая не позволяет птицам жить в природе. Его нашли без помощи сани, он ударился о что-то. И разбил себе голову сильно. Мы думали, он через день, через два погибнет, а он выжил. Но у него теперь левый глаз полностью слепой, а правый частично слепой. Некоторых птиц в природу после лечения выпускают. В основном тех, кто полностью реабилитировался, а главное, не привязался к человеку. Иначе существует вероятность, что слишком доверчивую пернатую быстро подстрелят. Кстати, самая ручная птица в центре – это сокол Креча. Сейчас мы будем кормить сокола Кречу. Главное, чтобы мясо попало ему прямо в клюв, иначе он может зацепить лапкой и поранить мою руку. Итак, немножко страшно. Сокол – один из немногих питомцев, которых можно держать на руке. Для этого нужно надеть специальную перчатку, которая защитит от когтей. Важно привязать к руке специальный ремешок. Он зафиксирует птицу, чтобы та не улетела. К слову, креча здесь единственный, выведенный не в природе. Прежний хозяин сокола купил его в сахалинском питомнике. Но вскоре мужчина умер, а птицу приютили в центре реабилитации. Кречу нельзя выпустить в природу, потому что соколы в жизни не должны подпускать человека ближе, чем на 100 метров. А креча – очень ручная птица и с удовольствием сидит у меня на руке. Живет центр за счет экскурсий, выездов с птицами в школы и детские сады, а также предложениями сфотографироваться с пернатыми на руке. Иногда деньги люди дают просто так, но все равно финансирования не хватает. Только на корм птицам в год уходит около 100 тысяч рублей. Плюс еще оплата осмотров врачей и медикаментов, а также строительство новых вольеров. Хотя людям, которые находят птиц и не знают, что с ними делать, но очень хотят им помочь, сотрудники центра никогда не отказывают. Часто даже сами выезжают, чтобы забрать травмированных пернатых пациентов. Ирина Мокрицова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.